Уроки жонглирования булыжниками для девушки левши. И откуда вы? Калининград. Откуда? Калининград. Калининград? Калининград. Калининград. Из Калининграда. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или нужно оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу? Это ли не чудо? Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть? И видеть сны? Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастье в нашем за столько лет, а то, кто снес бы унижение века, правду угнетателей, не может оно исчезнуть, не чувство, скорость суд, и более всего, насмешки недостойных, но достойных, когда так просто сводят все концы удар кинжала, кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боясь страны, откуда ни один не возвращался, и склоняла воле, берется лучше незнакомым злом, чем бегством незнакомым стремиться. Так всех нас трусов превращает мысль и вянет, как цветок. Решимость наша. Таким был замысел с размахом, вначале обещавший успех. На долг не предлагайтесь, но довольно. Офелия, радость, по имени Игорь. Я немножко устал. Полтора часа. Вам понравилось? Готовы приступить к тренировкам прямо сейчас? Тогда мы выключаемся и начинаем тренироваться.